Я пес с медовыми глазами, о ком не раз уже писали, но я по-прежнему в приюте, и мир мой сер и неуютен. Кому я нужен? Только Богу. Мне предначертана дорога, где боль, тоска и хор проклятий, а рядом человек, предатель. В чем я так сильно провинился, что вдруг однажды очутился один в глухом лесу привязан? За что хозяином наказан? Я ждал, когда за мной вернутся, когда на плач мой отзовутся, но тают силы, страшен голод и сотрясает тело холод. Мой голос с каждым днем все тише, и хриплый лай почти не слышен. Я листья ем, и ветки тоже, но это вряд ли мне поможет. Свалялась шерсть, я плохо пахну. Глаза тихонько закрываю, проснусь ли завтра, я не знаю. Но шанс судьбою дан мне свыше. Вблизи шаги я чьи-то слышу. Собрав все силы, хрипло лаю. Меня услышьте, умоляю. Спасен. Со мною рядом люди. Что, парень, все в порядке будет. Ты истощен и обезвожен. Но мы сейчас тебе поможем. Меня назвали Филимоном. Вольер приютский стал мне домом. Но дни бегут, проходит время. Все меньше я в удачу верю. Мне часто снится, я домашний. Здесь кресло, плед и миска с кашей. Хозяин, что в беде не бросит, и лапу дать на счастье просит. Мой сон прекрасен, но обманчив. В реальной жизни все иначе. Хоть я накормлен и ухожен, любимым хочется быть тоже. Я жду, когда меня заметят, на взгляд молящий мой ответит, подарят мне свой кров и дружбу, и стану я кому-то нужным.